секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов открыл Центр общественного наблюдения Московской области. Он оборудован на базе волейбольного комплекса. Здесь разместились наблюдатели от кандидатов и политических партий, представители общественных организаций и порядка 150 иностранных наблюдателей. Они смогут следить за ситуацией на УИКах и круглосуточно получать информацию о ходе выборов президента России.